Нефтеглянский район проводил призванных по частичной мобилизации земляков. Жители поселения и муниципалитета отправились в общевойсковые учебные части. В райцентре проводить их собрались родные и друзья, а также представители общественных организаций. Каждый из мобилизованных получил от волонтеров сумку с предметами гигиены, сухпайком и другими вещами, которые могут пригодиться на пути в войсковую часть. Защитникам также передали и письма от школьников с самыми добрыми и искренними пожеланиями, главное из которых – поскорее вернуться домой с победой. Победа будет за нами, мы победим. А вы берегите себя. И приказ вам – возвратиться всем до единого живым и невредимым. Храни вас все, Господь Бог.